Женя, перед чемпионатом Европы в Грузии ты был такой темной лошадкой, но тем не менее победил, и причем очень уверенно. Сейчас подходишь уже одним из фаворитов. Сложнее эмоционально, морально, физически или все же легче сейчас будет на чемпионате мира? Не знаю, не будет ни легче, ни тяжелее. Я на это не обращаю внимания, просто готовлюсь дальше и все. В какой сейчас подходишь в физической форме, на какой результат рассчитываешь и готов ли повторить или, может, превзойти достижения, которые показывал в Грузии? Тоже не хочу загадывать наперед. Буду стараться, сделаю все возможное, чтобы поднять лучшие свои килограммы. Форма нормальная, хорошая. Буду стараться.